Хочешь, чтобы вокруг было чисто, начни с себя. Фраза, хорошо знакомая членам территориальной профсоюзной организации. Каждую весну они вносят свой небольшой, но значимый вклад в преображение родного города. Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка. Субботники – добрая традиция, объединяющая поколения. Люди выходят убирать свои дворы, озелененные территории, парки. С каждым годом эта экологическая акция объединяет все больше неравнодушных саровчан. Привести в порядок лестницу «Миру мир» пришли представители центра ЖКХ, горавтотранса и департамента образования. Работали быстро, четко и слаженно. В начале субботника разделили обязанности. Собрать старую листву, ветки и мусор, подмести ступени, расчистить щебень в надписи. С задачей справились оперативно. Субботник проходит на одном дыхании. Во-первых, мы всегда рады встрече с нашими союзными активистами. Само по себе это мероприятие очень доброе, и хочется, чтобы побольше людей принимали участие в субботниках и делали наш город более чистым и красивым. С 10 апреля в Сарове проходит мероприятие в рамках месячника чистоты и благоустройства. В нем уже приняли участие более 600 человек. С территории города убрано более 150 кубометров мусора. Делают город чище представители администрации Сарова, депутатского корпуса, муниципальных предприятий, ядерного центра, образовательных и общественных организаций, работники культуры, а также неравнодушные горожане. Среди них есть постоянные участники эко-акции, а также те, кто решил присоединиться к ней впервые. Сегодня впервые присоединилась к субботнику. Мы вместе с командой убирали лестницу «Миру мир». Было очень приятно потрудиться на благо нашего города, привести в порядок эту достопримечательность, ну и, конечно, получить эмоции от общения со всей командой. С 24 по 28 апреля пройдет акция по озеленению тех дворов, где соответствующую инициативу проявили сами жители. В городе появится 150 рябин и кленов. Эта акция подразумевает объединение усилий муниципалитета, который привозит саженцы и землю, и граждан, которые осуществляют посадку и уход. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.